чищу чеснок. Ответственный по чесноку. Винтик забросила креветки. Здоровенные креветки, просто огромные. Мы сегодня купили на рынке. Один съел на килограмм. Я сделала специально здесь такой бульончик. Что у тебя здесь, бульончики? Перец горошком, рис, приправа для морепродуктов и базилик. Так, чесночок режем крупненько. Я целую головку почистил. И мы просто очень крупно режем, потому что мы будем сегодня наедаться чеснок. Креветки в бульоне дошли вот до красноты, буквально пару минут поварились. И сейчас мы в сковородке обжаривать с маслом и с чесноком. Ну все, вот так вот поджарила Инна. Чесночком, с маслом, сверху полила соей, вот так выглядят креветки. Но мы уже так готовили не первый раз, поэтому и здесь уже тоже готовили в Лутраках. Очень получается, очень-очень вкусно. Ах да, еще вот кинза. Кстати, вот кто не знает, в Лутраках только в одном месте продаются кинза. Ее нет ни на рынке, ни в магазинах «Галаксия». Возле Большой Галаксии есть овощной магазинчик маленький. Вот там продаются кинза. Все, дай. Все, мы пошли кушать. Приятного аппетита.